Мне казалось, что меня уже невозможно удивить звуком, но в очередной раз приходит Акерман и смачно прописывает мне в еблет. Шестой полноформат A Place to Bury Strangers, возможно, лучшая работа группы со времен легендарного Exploding Head. Акерману и компании снова удалось очень круто скрестить ежа с ужом, монотонный постпанк, плотный объемный шугейз и лязгующий нойз-рок, и при этом не растерять стройность песен. Но не за это мы любим эту группу, а за то, как они работают со звуком. Такая мощная, давящая, всепоглощающая стена шума. Что когда я после новинки включил их более ранние, мои любимые у них альбомы, я охерел. Они кажутся такими глухими на фоне новинки. Хотя в свое время после этих альбомов